Извините, мадам, мест нет. Следующая смена в 9. Можете заказать столик. Не стоит, меня ждут друзья. Проходите. Прошу прощения. Ничего страшного. Это место не занято? Мне сказали, мест нет, но может... Садитесь. Спасибо. Спасибо большое. Вы Селена Луади. Спасибо, что сообщили. Не обращайте внимания, жена обожает своих поклонников. Первый раз так путешествуете? Да, первый. Вы актриса? Нет. Нет? Нет. Я просто туристка, сеньор Фарнатти. Вы меня знаете? «Путешествие Геркулеса» — мой любимый фильм. Вы не только красивая, но и в кино разбираетесь. Какая красавица, Сильвана. Да, просто... Изумруд в обрамлении бриллиантов. Как вас зовут? Трейси Уитни. Спасибо. Трейси Уитни. Красивое имя. Знаете, как раньше звали Сильвану? Заткнись. Зайди тот Зоколу. Свинья. Вы едете в Рим? В Риме много интересного. Вообще-то, я хочу найти работу в Европе. Я помощник юриста. Тогда приезжайте в Верону, я вам помогу. Там у меня есть канторы и полно клиентов. Негодяй! Держи своих шлюх от меня подальше! Негодяй, бабник! Бабник! Жаль, красивое платье. Скажу по секрету, я нарочно ее облил, чтобы она ушла. Совсем не умеет себя вести. У актрис, наверное, трудная жизнь. Я скажу вам, у кого трудная жизнь. Это я вкалываю, чтобы ее обеспечить. Думаете, ее фильмы приносят деньги? И вести себя не умеет. Эта женщина, она безумно ревнива. Фарнатти пользуется успехом у женщин. Я их понимаю. Может, выпьем кофе у меня в купе? Там уютней. Не хочу беспокоить сеньору Луади. Жена в 70-м купе, а я в 71-м. Если не будем шуметь, она не услышит. Если мы будем пить кофе наедине, не будет ли вам неловко? Вы так знамениты, вдруг кто-нибудь увидит? Неловко? Может, лучше выпьем кофе в Вероне? Встретимся вот здесь. Поезд приходит в 2. Буду ждать вас в 5. Я не опоздаю.